Вот так, друзья. Адреналин. Вся птица поднялась. Фу. Вроде уехал. Так, вот они идут на посадку. Главное, чтобы при посадке она опять не пришла. Вот таких, чтобы не взяла. Переживаю, там до одного черного гналась. Не знаю, птенец упал. Вот они. Вроде спокойно идут. Так, прямо на землю нормально. Вот так бывают и атаки. Почти все на землю сразу. И опять испугались чего-то. Вот идет. Я же сказал, при посадке придет опять. Вот за черного. О, мразь. А, вот дает. Я же сказал, придет. Вот опять круг. Пока не возьмет, не успокоится. Ёлки-палки. И опять идет на круг. Стороны солнца. Опять всех подняла и вот опять них. Ай. Набирает высоту. Вот куча. И вот она за них. Но возьмет. Очень решительно атакует. Вот она. Так, белый враг. Так, идет за кого-то. Так, белый рядом. Прямо с ней рядом. Опять в сторону уходит. Она специально делает, не знаю. Но я же сказал, при посадке опять вернется. Я даже не вижу ее. А вот она. Так, вроде уходит. Ну, черт ее знает. Да, вот опять подняла всех, и белых, и черных, и сизых. Птица молодца.
в леньке, но ушла. Так. Вот такие дела. Трясутся ноги аж. Знаю, как она определяет молодежь. Именно я заметил, именно за молодежь идет. Черный там молодежь. Два раза за ним гналась. Так, вроде опять на посадку идут. Хоть бы они сели по-быстрому. Закрою нафиг всех. Буду вечером выпускать. Ай, там подняла вся мраморный вот. Они еще и играют. Так, корми чуть-чуть, чтобы спустить. Белый, про которого я сказал, с интересной посадкой. Главное, чтобы сел. Так, вроде тишина. Вроде тишина. Там наверху остался один. Ну вот, друзья, вроде в прошлом видеоролике сказал, что все хорошо с хищниками. Ну, как увидели, есть и такие моменты. Вот самолетик пришел, может, испугает. Я сижу и думаю, вот рядом есть аэродром, может, и они, эти хищники, выпускают и потом взлетают, а? Что вы скажете? Ну все, ребята, камера разряжается, как-то так. Я думаю, все получили адреналин, как и я.